Петрозаводск, город смыслов, город мистических мест. Их у нас полно. Вот пирамида на нашей набережной города Петрозаводска. Пирамида из камня Рапакиви. Рапакиви – это перевод с финского «гнилой камень». Весь Питер выстроен, вся набережная из этого камня Рапакиви. Наш карельский камень – знаменитый камень. Так вот, уже одно то, что эту пирамиду взяли и вот таким вот мысом специальным, искусственно выстроенным, вытащили из набережной и поставили в Онежском озере, уже одно это говорит, что тот, кто установил эту пирамиду здесь, тот имел в виду какой-то глубокий смысл. Какой? А масонский. Пирамида – это масонский знак. А каким образом он связан с Петрозаводском? Все очень просто. Петр I, когда прорубал Осудареву дорогу из села Нюхча Белого моря до Повенца Онежского озера, которую там где-то 260 километров длиной прорубали его солдаты достаточно быстро, они это сделали. Так вот, Петр I, когда уходил из Нюхчи, из Белого моря, он в Белом море поставил именно такую пирамиду. Ну, из земли, чуть выше, но этот же символ. И в Повенце, вот мы вам сейчас показываем герб Повенца, до сих пор герб Повенца содержит в своей основе масонский знак. То есть его не сняла ни советская власть, ни нынешняя власть. А ведь что такое масонство? Масонство, друзья, это организация, которая подарила России декабристов. Декабристы учились у масонов, как создавать свои тайные общества. А началось все с масона номер один в России, конечно, Петра I. Он еще своим другом Брюсом, шотландцем Брюсом в Англии был, учрежден в первый градус. И вот он приехал в Россию, будучи масоном. Сюда потом уже Екатерина набрала в Петрозаводск англичан, масонов. У нас на нынешней улице Маркса, в свое время это улица английская, раздавались масонские гимны. Английская речь, голландская речь звучала здесь повсюду. Так вот, я забыл про еще один интересный символ в Петрозаводске, имеющий к масонству. Посмотрите, у нас главная площадь – это площадь Ленина, где стоял в свое время не Ленин, а стоял памятник Петру Первому. Да? Так вот, от него именно пирамидально расходились улицы. Одна английская, нынешняя Маркса, а вторая Энгельса. Энгельса в сторону Калинина. Вот она через дечку Лососинка. И вот они вот так вот в геометрически верных районах нашего губернского города вот была эта пирамида, то есть и осталась эта пирамида. Мы город масонов, друзья.